Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Я вас поздравляю с началом четвертого каталога Oriflame. Я уже начала размещать заказы. Мне, как официальному обозревателю, положили на пробу для демонстрации два оттенка увлажняющего CC-геля, светлый и цвет загар, и две новые жидковые матовые помады из серии On Color. Очень интересно попробовать в тюбиках помады, красота. Так, немножечко продукции уже положила, что-то под заказ, что-то себе. Смотрите, цены меня не сильно, я так скажу, испугали. На 20% поднялись цены. Не могу сказать, что это бьет прям по кошельку очень сильно. В общем-то, нормально, жить можно. Здесь у меня в заказе четвертый шаг витамины Wellness на всю семью, всем по одной коробочке. А теперь самое интересное. Когда мы переходим в раздел акции, то здесь у меня есть возможность заказать один продукт со скидкой 50%. Я хочу взять из серии Novage ночной крем из серии Экологен. Вот так, а почему-то не написано, какой его код. Ну, давайте попробуем, потому что посмотрела, он у меня заканчивается, и запаса нет. А я люблю, когда есть запас. Так, что у нас здесь? Да, ночной крем против морщин. Вот, смотрите, всего 988 рублей. Это недорого. Есть эксклюзивно онлайн дополнительное предложение, когда мы можем выбрать здесь какие-то продукты с большими скидками. Очень рекомендую обратить внимание на тальки. Потому что летом в жару это просто спасение. Знаю, как их многие обожают. У меня есть тоже тальки, я пользуюсь. Очень крутые стики для макияжа. Роскошная помада для бровей, три оттенка. Так, что здесь еще? Аромат Love Potion. Вот мне что понравилось, набор для волос. Я один добавлю, пока один. Кидаем сразу в корзину. Идем ниже, смотрим, что еще. Часики у меня заказали. Кидаем в корзину часики со скидкой. То есть все, что по акциям, всегда смотрите в разделе «Акции». Так, ниже. Та-дам! Накопила 937 баллов по программе «Любовь это». И сидела сейчас, думала, что взять, на что потратить баллы. Я так-то планирую еще копить. Мультипечь появилась. И я сидела и выбирала так. И знаете, посмотрела на сайте, сколько стоит мультипечь и сколько стоит паровая швабра. И поэтому однозначно беру паровую швабру. И у меня еще останется накопить немножечко баллов, и я потом посмотрю, на что останется в следующем каталоге. Но так-то нацелена, конечно, на мультипечь докопить. Но не знаю, как мои ребятки сработают. Возможно, и получится еще нужно. Да это не так-то уж и много нужно, да? 400 с небольшим баллов. Поэтому я кидаю в корзину, в резерв ставим мы швабру. И все, на этой страничке все, 145 баллов. Так, осталось 5 баллов, чтобы сразу было 150. Поэтому я иду чуть ниже и смотрю, смотрю. Я что-то еще хотела заказать. Честно говоря, мы только приехали с горы, ездили катать. Миша катался, вернее, а я просто гуляла. Поэтому я даже не подготовилась, не выписала. Что-то я хотела заказать, вот, к сожалению, нет моей любимые масочки. Я хотела в запас взять Шведиш Спа. Так, и что же мне взять на 5 баллов-то? Давайте вместе думать. Какие-то новинки я, может быть, пропустила. Тут для ног есть у нас средства. Для рук. Все есть. Я запасы сделала в последние дни каталога. Вы успели что-то себе в запас положить? Гели в этом каталоге тоже появились. Помады серии On Color. Так, ну я даже не знаю. А я маслице написала. У меня лежало масло в запаснике, а вчера у меня его забрали, выкупили. Маслице я себе беру. Ну и что же взять еще? Масок у меня много в запасе. Так, ну ладно, я подумаю. Наверное, что-то для ног надо взять. Вот этот с черешней. Сколько? 5 баллов. То есть я вот так
листаю, смотрю, с клиентами еще не успела поработать, потому что не знала, какие будут цены, особо их не, как говорится, не ориентировала. Так, еще 2 балла. И вот так раз. И у меня получается, вот как раз звонит клиентка. Алло. Ну, нет. А 2 маски тканевых с персиком тебе заказать? А шампунь какой? Восстанавливающий. Окей. Ага. Все, договорились. Сейчас закажу. Ага. Все, договорились. Хорошо. Ладненько. Ага, ну все, давай, пока-пока. Пока. Как вовремя, да? Еще шампунь сейчас найдем, а потом допишу. Видите, как, когда нужен заказ, он сразу прилетает. Так, все, кстати, это все под заказ. Тоже туалетные водички. Еще раз все проверяем. И самое главное, что мы с вами должны сделать, это правильно выбрать место доставки. Потому что это, от этого зависит, где вам забирать заказ. Например, у нас есть доставка курьером. Я могу выбрать доставку на дом. Вот так, например, ставлю точку. У меня будет, по-моему, бесплатная доставка даже. Курьерская доставка. Оформить. Видите? Ой, что это здесь появилось? Да, стоимость доставки бесплатно. А еще заказ на 157 баллов, а к оплате всего 3475 рублей. Почему? А потому что на предоплате как раз лежит 5797 рублей. То есть это даже не предоплата, а это денежки, которые компания оставляет от зарплаты, чтобы мы расплачивались за заказ. И, кстати, эта сумма не облагается налогом. То, что тоже очень хорошо. Итак, вот таким вот простым способом мы выбираем доставку. Вы можете выбрать, например, получить в пункте выдачи. Выбираете тип. Тут у нас пункт выдачи Постомат, Пятерочка, партнерский офис. Я обычно или в партнерский офис делаю, потому что самая выгодная доставка, или на дом, если заказ более 100 баллов. Но доставка на дом не во всех городах есть. Вот выбираю, например, Саратов и мое любимое СПО на Киселева. Доставка 100 рублей всего. Смотрите, даже доставку не подняли. Как хорошо с нашей компанией. Замечательно. И оплату, смотрите, как можно делать. Можно оплатить перед получением любым удобным способом, с личного кабинета, например, с вашей карты. Или в терминал куда-то зайти оплатить. Можно оплачивать, да, как сказать, нажав вот сюда на кнопочку, оплатить банковской картой сразу. А если у вас, например, настроено Сбер Спасибо, то вы оплатите сейчас 1% комиссию, но потом вам вернется 10% от суммы. Это же выгоднее. Мы тоже сейчас стали оплачивать через Сбер. Копим Сбер Спасибо, потом будем тратить их на какие-то выгодные покупки. В общем-то, это все. Я сейчас еще раз проверю свой заказ. Может быть, что-то я забыла, что-то, может быть, убрать или добавить. А вам я желаю отличного настроения, классных заказов и продолжать получать удовольствие и от продукции, и от построения бизнеса, кто на что больше нацелен. Всего вам доброго, до новых встреч. Пока-пока.